Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о том, что интересного будет происходить в Самаре в эти выходные. Ты просто космос. Именно так смело можно выражать свое удовольствие от всего того, что будет происходить в субботу на музейной площадке «Самара космическая». Все желающие приглашаются на 5-й общегородской фестиваль «Научный пикник-2017». Для вас интерактивные творческие площадки, подвижные экспонаты из области химии, физики и даже оптики. Вход свободный. Обещают программу, которая заинтересует и детей, и взрослых. Время работы научного пикника с 10 до 16. Обязательно воспользуйтесь случаем и загляните внутрь музея «Самара космическая». На днях там открылась выставка «Крылья будущего». Экспозиция поделена на ряд тематических блоков, посвященных ФИФА, общей истории футбола и самарскому клубу «Крылья Советов». Гости музея увидят 3D-модель стадиона «Самара-Арена», смогут пройти футбольный IQ-тест в онлайн-режиме, попробовать себя в роли нападающего и сделать фото с футболистом на фоне ворот с помощью техники дополненной реальности. В субботу и воскресенье на территории торгового центра «Мега» пройдет фестиваль уличной культуры «Urban Fest». Фестиваль познакомит всех желающих с уличной культурой, ее направлениями в моде, спорте, искусстве и дизайне. Для гостей будут работать фэшн-маркет, зона стритфуда, уроки диджеинга и интерактивные фотозоны. Развлекательная программа будет начинаться в 13:00 и продолжаться до 10 вечера. В рамках Urban Fest пройдут соревнования по катанию на скейтбордах, BMX-шоу, конкурс граффити, живые выступления хип-хоп-исполнителей «Лекторий» с Денисом Колесниковым, официальным голосом проекта «Кураж Бомбей», показательные выступления детей на бега-велах и многое другое. 24 июня не пропустите живое выступление группы «Айова». Самый молодежный праздник «День молодежи» состоится 25 июня в парке имени Юрия Гагарина. В этом году праздник пройдет под девизом «Живи ярко». Начало в 12 часов. Не пропустите все самое интересное, а именно спортивные творческие площадки, мастер-классы по диджеингу и битбоксу, игры на музыкальных инструментах с современным танцевальным направлением. Молодые музыканты поборются за звание лучших на главной сцене. Музыкальная битва будет проходить до 5 вечера. В 7 часов начнется вечерняя программа с ведущими, конкурсами, призами, танцами и сюрпризами. Завершится праздник «День молодежи» в 22 часа. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!